с Егориком путешествуем. Егорик, как всегда, читает свои книжки. А я рулю и думаю о разных интересных вещах. А сейчас наблюдаю прекрасное небо и хорошую дорогу. На удивление. Это редкость в Польше поехать по хорошей дороге. Наконец-то мы выехали на супермагистраль А1. По три полосы с каждой стороны. А это Егорик там сидит на заднем плане. Вот мы с Егориком добрались и до Вены, за нашей спиной ратуша. А мы случайно попали на фестиваль каких-то музыкальных фильмов. И вот прямо на самом главном входе ратуши установлен огромный экран и транслируются фильмы. А сейчас мы пойдем дальше в самый центр гулять по Вене, будем вам показывать что-то здесь интересное. А здесь на площади ратуши импровизированный ресторан. Прям готовят еду на улице. А так делают картошку фри. Супер ощущение фестиваля и радости, и эмоций, и позитивные эмоции. Вообще класс. Прям столько людей. Супер. Егорик. Добрались до собора Святого Стефана. Конечно, грандиозное сооружение. Вот так. Закончили день в самом знаменитом венском кафе в Захер отеле с самым знаменитым десертом из Вены. Доброй ночи, друзья.